Анонс 45-я серия сериала «Три сестры». Пока Тюркан пытается спастись из опасной ситуации, в которой она оказалась, на помощь ей поспешит совсем неожиданный гость. После того, как Рючхан видит в своем доме Севиляй, она принимает меры для восстановления своего порядка. События прощания, связанные с Месутом, вызывают сильные эмоции в семье Календер. Когда Тюркан, после страшного происшествия, стала бояться оставаться дома одна, ее поведение постепенно начало привлекать внимание Самера. Со стороны обоих присутствует волнительное ожидание их малыша. Мустафа понимает, что не может быть в разлуке с Дерьей и принимает радикальные шаги. По мере того, как отношения Дюниш и Сердара развиваются другим путем, Дюниш начинает приближаться к большому секрету о себе. Испытания, которые Тюркан проходит, пытаясь стоять на своих ногах, продолжит испытывать ее. 45-я серия сериала «Три сестры» выйдет 11 апреля в 20 часов ровно на телеканале «Ди».